В ходе пресс-конференции было отмечено, что четвертое заседание Совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в области кинематографии пройдет 31 марта в Душанбе в Национальной библиотеке. На заседании Совета будут обсуждены вопросы сотрудничества, обмена опытом современного кинопроизводства, деятельности, творческого и технического потенциала киностудий в укреплении сотрудничества для создания совместных фильмов. В первый день мероприятия был представлен совместный проект «Джами и Навуи». В связи с этим было запланировано проведение занятий по методу «Мастер-ученик», который уже организовала представитель Республики Беларусь Елена Турова. Ассалам алейкум. Я очень рада быть в Душанбе на таком красивом, очень приятном, хорошем, плодотворном фестивале. И я первый раз в Душанбе, и этот город, я не знаю, он превзошел мои ожидания. Мы сегодня первый день, и с первого дня такие впечатления от самой природы, от этого весеннего благоухания, и от людей, от народа, от гостеприимства. И все нам очень понравилось, как нас встретили, как организовали этот фестиваль. Хотя это только начало. И я думаю, что завтра, послезавтра, вот эти три дня у нас пройдут прекрасно, пройдут с творческой стороны. И да, я очень надеюсь, что в дальнейшем мы будем вместе сотрудничать в киноиндустрии и таджик-фильм, узбек-фильм, казах-фильм, белорус-фильм. И все киностудии стран СНГ и Грузии, конечно, мы все будем вместе сотрудничать. И будет у нас такая большая, одна творческая киношная семья. В первый день участники четвертого заседания Совета директоров киностудии СНГ и Грузии посетили живописный уголок Таджикистана Бугейрам и насладились свежим воздухом Таджикистана, наполненного ароматом весенних цветов. Ожидается, что в ближайшие дни участники посетят города Гисар и Рагун и примут участие в праздновании Навруза. С 30 марта по 1 апреля в рамках Дней узбекского кино в Таджикистане три художественных фильма и два документальных фильма узбекских кинематографистов будут показаны в Душанбе, Бохтаре, Худжанде, Хороге, Гисаре и Нуреке. Кроме того, 31 марта стартуют Дни белорусского кино, в рамках которого будут показаны пять белорусских фильмов в кинозалах Душанбе, Бохтара, Худжанда, Хорога, Гисара, а также Файзабадского района. Надо отметить, что впервые в Таджикистане в честь Международного дня Навруз 1 апреля состоится церемония вручения национальной кинематографической премии «Тоджи Сомон» под девизом «Признание самобытного искусства» с участием отечественных кинематографистов. Цель конкурса – пропаганда лучших достижений отечественного кинематографа, укрепление сотрудничества между таджикскими кинематографистами и поддержка талантливой молодежи. Национальная кинопремия присуждается в номинациях художественных, документальных, краткометражных и мультипликационных фильмов.